Почти 40 югорских проектов получили финансовую поддержку на высшем уровне. Они стали обладателями грантов президента страны. В Москве подвели итоги второго конкурса, направленного на развитие гражданского общества. По количеству заявок на этот конкурс наш округ стал вторым в Уральском федеральном округе. Всего югорчане на реализацию своих инициатив получат почти 40 миллионов рублей. Среди победивших проектов – клуб парадайвинга в Когалыме и первый в Югре центр помощи бездомным животным «Переправа», который находится в Сургуте, а также кубок Югры по интеллектуальным играм.